Видели? Видели? О, вот оно счастье. Дальше гладь чего? Чеши. Вот аж глазки прикрывает. Ой, ой, ой. Ой, Боня. Вот это кайф. Вот это я понимаю. Дочки уехали на день рождения. А тут вон какая красота. Тишина, да? О! Бабушка вспомнила детство, качаясь на качелях у Миши. Миш бедный так умотался, катавшись в Черноморское обратно. Но они по делам ездили с Сашей. И ко мне заезжали, что уснул. А я выложила сразу два видео коротеньких, которые у меня были с утра. Вот сейчас вот похожу по двору, расскажу вам. А потом пойду на Фиолент, на свое любимое место. Они подросли. Деревца фруктовые. Но он их уже сажал тут. Они быстро плодоносят. Ой, видите, вишенки растут. Полина, жена, уехала с девчонками на день рождения, он говорит, что-то не хочется мне ехать, устал я. Вот смотрите, вот за эти два года вот эти дома построили. И вообще тут такое строительство на Фиоленте. Ну, место известное, как говорится, намоленное. Поэтому строится все. Вон и тут. Ой, ой, ой. Вот как хорошо маленькое деревце, да? А, оно и будет маленькое, наверное. Видите? Оно большое не вырастет. Тут улиток. Вот это да, тут улиток. Вот этой мелочи просто. Мишаня потихоньку, потихоньку дело двигается. Дом-то построенный уже когда? Господи, а когда? 6 лет назад. Ну, все еще вот тут утеплил сбоку, тут еще нет. Ой, о, какой куст розовый. А вот эту вишню я сажала. А вот эта красота. Это вот была, продаются-то с занавесками-то. С занавесками вот это все выдержали они ровно один сезон, все это расползлось, вот видите, они тут понабивали. Это тоже я строила, таскала палеты, укладывала, равняла. Вот. Тут у меня была дорожка камушками засыпанная, ну все. Вот, а тут был персик, видно, посадили инжир. И посмотрите, какой уже вырос. Все, у соседей все травой заросшее. Но они уехали в Москву. Второго ребенка ждут. Миша, видно, косит тут. Да, вот это был наш домик. Алинка в нем жила. Вот в этом маленьком деревянном. Деревянные, конечно, гораздо лучше, чем эти каменные, бетонные. Чего и говорить-то. Вот кондиционер мы ставили, тарелку.
Так, а было дерево обалденное. А где оно? Погибло. Какое-то японское же было дерево. Один ствол остался. Ой, оно так цвело обалденно. Вот это была моя грядка. Я ее сама сделала, чтобы не нагибаться. Здесь у нас вот душевая стояла летняя. Все сносили. Вот. А сейчас я вам чудо покажу, чудное. Вот это кунг. Но он превратился в что-то вообще непонятно во что. И дверь стала какая страшная. Что-то. Ну, они, ребята, творческие, им, видимо, не дает. Ой, и тут-то все заросшее. А тут ведь был бассейн. Вот у меня балка в доме в Черноморском. Вот отсюда снята. Вот видите, штыри над воротами. Когда строили Мишин дом, машины не проходили с грузом, эту балку сняли. И так она лежала, и мы когда стали переезжать, я так на нее посмотрела, думаю, пойдет мне балка в дом. Ой, тут они вообще запустили все, розы вон. Тут роз было несколько кустов. Тут была прям дорожка. Ой, кошмар какой. Вот, и что хочу сказать. Все запущено. В этом кунге наверху окна на потолке. Такой кайф. Я вот лежала и смотрела по ночам на звезды. Я их открывала, эту штуку, ну, которая... Там крышка такая, которая закрывает, да, на зиму закрываешь ее. Между прочим, он теплый. Я зимой, я в нем зимой жила с Егоркой. Обогреватель включила немножечко, и все. Он, видите, он утепленный. Вот тут вот. Там кухня. Вот такой маленький диван у нас был, большой раскладной. И я вот там со всем своим хозяйством умещалась. Вон краник, вода тут, шланг был. Но были проблемы с водой в то время. Почему мы, собственно, и уехали отсюда. Что-то все, ребята, запустили. Кошмар. Не, у нас тут все было ухожено. Дорожка же была вся каменная. Да. Видимо, им это не надо. Да, вот это вот мы потом это продали москвичам и поехали искать, чтобы была вода. Потому что тут не было воды. Миша вон построил себе для воды. А это знаете, какая вода? Вот привозят ее машинами, туда заливают. Там это все покрывается каким-то илом, дерьмом. Я не могу, мне вот это... Я брезгливая к таким вещам. И вот мы искали, а все же в деньги упирается. И доехали аж до Черноморского. А так-то мне тут, конечно, очень нравилось. Что тут 3 километра и Севастополь. Ну, а Севастополь, сами понимаете, с Черноморском не сравнить. Но надо же домиков каких понастроили. Вот так. Вот. А Миша почему построил тут дом? Мы купили участок-то был 12 соток. Вот этот весь. Вот нафиг он нам нужен? Такой картошку, что ли, сажать? Ну и все. И Мишаня как раз надумал строиться.
вот построился. Не, хорошо было. Миша же он друг старый, мурманский. Ну вот с этой водой. И вот, кстати, казался домик, ну домик и домик. А когда Мишка построил вот этот домище, и все, и господи, какое-то кукушкино гнездо. Привет. Вот котов тут тоже, конечно, котов, собак. Бездомных, прорва. Вот как уйти-то, Мишка спит. Мне бы надо сходить поснимать на Фиоленте. Вот сразу видно, что тут девочки. Ну, девочек его видели вы. Они ко мне приезжали. Качели какие. Вот она я. Ой, гляньте на мою спину-то. Ой. Спит замученный. Ну что, вот автобус ходит третий в Севастополь. Я говорю, вон какой магазин с аптекой. Молодцы, построили. Иду я к монастырю. Ну, это, видимо, я отдельное видео сниму. Знаете, как говорит Путин, мухи отдельно, котлеты отдельно. Яшмовый пляж. Ой, девчонки, вот бы туда спуститься. Такой пляж, но 800 ступенек я не осилю. Я раньше-то еле живая добиралась наверх. А сейчас... Ну, тут, как всегда, машин со всех властей. Но сделали дорогу. Господи, какая тут была дорога. Это не передать. Мы на своей маленькой Пежо просто брюхом скребли по камням. Теперь-то дорога. Народу здесь всегда. В любую погоду. И летом, и зимой. И на машинах, и на автобусе приезжают. И экскурсионные. Место очень востребованное. Жилье сдается на ура. Так что люди живут тут не бедные. Дети тут и раньше одни гуляли, и сейчас гуляют одни. Вот эта стена, я все время смеялась. Она во время ветра гудит, и потом, ну, сделали бы горлышками вовнутрь, что ли. Такая смешная. Ну, вот тут зарастает, хоть не так видно. Еще не пройдешь путем, машина за машинами. То оттуда, то отсюда. Дорога узкая. А кто? Я забылась, это кто? Вот мне всегда вот так нравится, когда заборы вот эти вот, да? Красиво. Забор. Высоченный забор просто. И смотрите, строится. Там что-то огромное строится.
А это баки накопительные для воды. Тут же садовое товарищество Первомайское. Вот такие вот. О, строится все. Конечно, такое место. Как тут не строится? Вот, мои дорогие, кто сюда приезжал раньше, и не узнаете это место. Ничего вот этого не было. Здесь был просто пустырь. И 2 года назад все вот замостили плиткой, чайную открыли. Может, и еще что открыли. Сейчас посмотрим. Я приезжала сюда. Как раз Алина умерла в декабре. Мы уехали же в Мурманск. И я в конце февраля приехала. И к Мише сразу сюда приехала. Вот. А потом отсюда уже в Черноморск поехала. И приехала, собственно, из-за того, что он мне сказал, что тут навели красоту. Я специально приехала и ходила тут зимой. Смотрела. А был пустырь. Дороги практически не было. Ну, одни камни. Иконная лавка. Здесь торговали люди все, чем ни попадя. Потому что туристы-то постоянно. И мы с Алинкой торговали моими украшениями. Вот. А потом к нам подошел дяденька и сказал, что Богу не угодно украшения. Но все оказалось очень просто. Надо было идти в монастырь, платить деньги, просить, чтобы разрешили. Ну, я к этому, у меня отношение свое. Мы просто перестали продавать тут и стали ездить в Севастополь. Там всем угодно оказалось. Вот я хочу сказать, вот тогда, ну, худо-бедно, мы же торговали не каждый день, не целый день. Мы приезжали на часок, на полтора. И все. Ну вот 34 тысячи мы за лето наторговали. С тех пор у меня никогда такого не было. Ну вот. Я пришла. Девочки, я сейчас буду рассказывать, но это будет в отдельном видео. Ну ладно. Удастся ли мне еще сюда приехать, не знаю. Совсем прощаться не хочется. Ну, кто его знает, что нас ожидает. Ну, а тут вон какая акация. У меня белая, а тут вон, ой, красивая, наверное, была, когда цвела. Сейчас-то уже все. Вот таких деревьев в Болгарии очень много. А в Черноморском я не видела. Такие смешные, лохматые, пушистые. Яркие кусты. Какие. Нежненькие, беленькие. Слушайте, а вот этот магазин, он всегда был закрыт. И до сих пор. Странно.
А вот теперь то, что касается притязаний Украины к Крыму и к России. Вот что оставила Украина. Это была воинская часть. Их там много таких зданий. Они были построены в советское время. Вот во что их превратили. Разбитые дороги, развал, бардак. И что теперь России приходится восстанавливать, строить по новой. А то что-то как не посмотришь, эти блогеры украинские, и Самвел в том числе, его Россия и Советский Союз выкормили, вырастили, выучили. А он теперь пасть открывает. Так хочется иной раз дать ему по рыжей наглой морде. За это. Отобрали у них. Правильно сделали. Знаете, есть такая поговорка, но немножко матерная. Ну ладно, я скажу по-другому. Дураку стеклянный хрен на одну ночь. Так и Украине дали Крым, чтобы они в дерьмо все превратили. Полчаса в аптеке потеряла. И вроде бы девушка, которая обслуживает, она быстро все делает. Не знаю, какие-то два покупателя странные попались. Женщина выспрашивала все самое дешевое. Говорит, я специально приехала купить лекарства подешевле. Но что-то я разницы не увидела. Вот. Хорошая сегодня такая погода. А так тоже тут ветра, ой-ой-ой. Это же тоже мыс Фиолент. Тут тоже с трех сторон море, как у нас Черноморский. Тут задувает. Мам, не горюй. Интересно, Мишаня уехал или дома? Я уже нагулялась. Ой, девочки, сегодня закидала, наверное, я вас своими видео. Ну а что делать, если она снималась? Куда мне их солить? Надо выкладывать. А завтра, Бог даст, будет все хорошо. Я с утра поеду на 5-й километр на рынок секонд-хенда. Я об этом 2 года мечтала. Угу. Водичку поставили. Тут хорошо. Никуда. Не тащить из магазина. Красота. Вон стоит машиночка. 51-й регион. Мурманская. Встретила меня охранница. Ой-ой-ой. Охрана. Встает охрана. Боня. Ой, Боня-то, Боня. Ой. Вот эта вот собака совсем не моя по темпераменту. Да, да, да. Чё, папа дома не уехал? Не уехал? А я ничего не купила, нет. Нет, ничего не купила. Одни лекарства и водички минеральные, да. Я тут у Мишани босиком хожу. Хоть по травке походить, а то у меня цемент там кругом. Он ведь сеял газон. Сколько он с ним мучился. Но все равно он прорастает. Всякое.
Ну, девчонкам хорошо бегать. На удивление ноги не устали. А потому что там ступенечки хорошие, дорога ровная, да и недалеко. Ох.